Это вторая выставка Натальи Бабенко. Она готовилась полтора года. По словам автора, работы стали более серьезными. Теперь это настоящие портретные ростовые куклы, выполненные в технике скульптурного текстиля. У каждого персонажа свой характер, своя история рождения. Как многие домохозяйки, мне очень хотелось самореализоваться. И я решила себя попробовать в творчестве, хотя никакого отношения, в общем-то, напрямую к этому никогда не имела. Сшила вот первую куклу по фотографии, которую видела в интернете. Это увлечение меня так затянуло, что теперь я считаю, что это даже уже не хобби, это моя работа. Над каждой куклой автор работает тщательно и кропотливо. Сначала вынашивает идею, затем подбирает ткани и необходимые материалы. Иногда даже ругается и разговаривает с персонажами, признается мастер. Наталья по секрету рассказала о своем новом любимце. Наверное, из последних работ мой любимый персонаж Чарли Чаплин, который теперь уже живет в Москве, в частной коллекции, и здесь приехал ненадолго погостить в Тверь. Вдохновение буквально витает в воздухе, говорит Наталья. Радует все, что красиво, еще родные и близкие. Выставка ростовых кукол продлится до конца сентября в читальном зале Пушкинской библиотеки.